Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. В интернете активно обговаривают гибель телеведущего Александра Гордона, который, кроме прочего, работает с Юлией Барановской. Якобы на днях 58-летний ведущий умер, и сейчас идет активная подготовка к похоронам. Оказывается, речь идет о теске-однофамильце, ведущего 88-летнем режиссере Александре Гордоне, который вправду, как оказалось, умер несколько лет назад. Режиссер общеизвестен в первую очередь по работе с Андреем Тарковским, а за свою профессиональную карьеру он трудился в большинстве над дубляжом фильмов. Также увлекался написанием книг. Журналист Александр Гордон не имеет никакого отношения к почившему однофамильце. Возможно, потому его принялись хоронить, что ведущий имеет более высокую популярность по сравнению с почившим режиссером. Сам же Александр пока никак не отозвался на такие неприятные слухи о смерти и похоронах, а ведь многие телезрители до сих пор убеждены, что он ушел из жизни. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.